Привет, это Дженни, секретарь. А это Барри Иган. Мы с тобой говорили, помнишь? Нет, дорогой, не помню. Хватит врать! Ты сказала, что тебя зовут Джорджия, и что наш разговор конфиденциальный. Я поверил тебе. А затем ты стала просить у меня денег. Это так? Так? Зови своего начальника. Кто там у вас хозяин? Слышишь меня? Хорошо, подожди секунду, детка. Хватит дерьма! Я не шучу! Дин слушает. Это я. Мне позвонил этот парень, Барри Иган. Наговорил кучу всего. Хочет поговорить с начальником. Что ты сказала? Ничего. Соедини меня. Думаю, что не стоит. Заткнись. Ладно, красавчик. Даю тебе начальника. Ты попала, детка. Кто это? Здравствуйте, сэр. Я Барри Иган. Я звонил в вашу службу. Заткнись. Что? Я сказал, заткнись. В чем дело? В том, что одна из ваших работниц, с которой я только что говорил, угрожает мне. И только что 4 парня напали на меня, разбили мою машину и ранили мою девушку. Катись ты к черту, я тут ни при чем, ясно? У меня легальный бизнес. Слушай, как тебя зовут? Отвечай! А тебя, козел? Я Барри Иган. А может, ты какой-нибудь другой придурок? Ты нехороший человек. Ты не имеешь права злоупотреблять доверием клиентов. Ты понял меня? Заткнись, урод! Не имеешь права. Заткнись, понял? Заткнись! Так! Ты угрожаешь мне, дерьмо? Пошел в жопу! Ой, что? Черт! Ты сказал, пошел в жопу? Да. Напрасно! Ты покойник! Он здесь? Парень в синем костюме. Он здесь? Тут полицейский хочет побеседовать с вами. Парень, что приехал со мной, он здесь? Не знаю. Мы можем попросить, чтобы за ним сходили. Он, наверное, в приемной. Спасибо. Извините, у вас была женщина, блондинка, она здесь? Как ее зовут? Лена Леонард. А вы родственник? Да. Минутку, сейчас проверю. Хорошо. Ее уже выписали. Выписали, хорошо. Справочная служба. Город и штат, пожалуйста. Где-то в Юте. Спасибо. Название, пожалуйста. Название такое. Диди, человек-матрас. Мебель и матрасы. Ow.
Пошел ты. Ты извращенец. Ты думал, за это не надо платить? Не говори так со мной. Ты позвонил? Заткнись. Я ничего не сделал. Я хороший человек. Я никому не лезу. Говори мне, что это все конец, пока я тебе мозги не вышиб. Ты даже не представляешь, сколько у меня сил. У меня есть любовь. И это делает меня невероятно сильным. Советую соглашаться, человек-матрас. Ты приехал из Лос-Анджелеса, чтобы сказать мне это? Да. В полицию сообщишь? Нет. Хорошо. Все, конец. Катись отсюда, извращенец! Я предупреждал тебя! Все, конец.